Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Черепашки-Ниндзя-Легенды. И у нас остается 2 часа 50 минут для завершения лиги. И как видите, у меня две звезды, это Сёгуны, ранг 95. И я попробую, конечно, выбиться хотя бы, ну, постараюсь в трехзвездочную, но вряд ли у меня, конечно, что-то, ребят, получится. Давайте, наверное, сделаем с вами по-быстренькому задание, чтобы получить. Нам с вами нужно, сколько? 5 откатов, но этого будет маловато, наверное, да? Ну, попробуем, если что, вдруг у нас хватит денежек, и мы с вами купим еще откатики. Так что давайте сделаем с вами ежедневные задания. Поднять уровень персонажа. Это в первую голову нам нужно сделать. Давай посмотрим. Так, у нас Паукус, в принципе, и Баксер. Ну, давай, может быть, Баксера маленечко качнем. Вот так вот, хорошо. 62 уровень он получает у нас. А забираем Ревард. Пройдите одну серию испытаний. Ну, это проще всего. Так, давайте, ребят, своих бойцов выставим. Быстренько пробежим этот бой. У нас 2 часа, ребята. 2 часа 50 минут. Ну, грубо говоря, 3. Не знаю, как мы здесь, конечно. Надо мало того, чтобы попасть, еще за это время нужно, ребят, удержаться там. Это будет очень сложно. В общем, все зависит от того, как у нас пойдет процесс, как говорится, нашей бойни, да? Как мы там будем сейчас выдерживать. Давайте автобой поставим, чтобы это все по-быстренькому у нас тут прошло. Как говорится, каждая минута на счету. При этом мне еще сегодня идти на работу надо будет, так что надо успевать. Если получится, то будет круто. Если не получится, то печалька большая будет. Так, замечательно. Давай на последнюю волну заходим. Кстати, у нас кто там? Разыгрывается Леонардо, по-моему, да? Так, бомбим. Укрепляемся. Отлично. Так, давай добивать этих маузеров. Отлично. Так, остается тут Бибоп и Рокстеди. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Получи, как говорится, да? Ага. Зэк бросил бомбочку свою, замедляющую, но не сработало, как говорится, замедление. Ну, оно, в принципе, нам и не нужно. Мы и так все выиграли здесь. Замечательно. Забираем сразу же свой ревард. И там нужно будет сейчас еще поискать ДНК на наших персонажей. Так, 100 опыта. Отлично. Ой-ой-ой, подожди, собирать не надо пока ничего. Вот так, сразиться в боях. Угу. Ну что ж, давай посмотрим, на кого будем. Наверное, продолжим опять на Стиранка, да, находить. Одну ДНК нашли. Второе. Ну, по-моему, сегодня даже лучше, чем вчера, ребят. Так, давай еще вот здесь хотя бы две ДНК получить. И это уже будет хорошо. Так, пока только одно дали. Две. То есть из 6 попыток нам дали 4 ДНК. Это неплохой результат. Так, дальше, дальше, ребята, ищем. Кого дальше будем? Кирби? Нет? Ладно, давай попробуем найти Кирби. Выпал, замечательно. Так, еще выпал. Ну, вы знаете, ребята, что в испытания нам смысла нет идти. Мы там что смогли с вами, то прошли. Так что сегодня чисто лига. Сегодня будем делать именно на нее упор. Так, сколько у нас еще? 13 пиццы осталось. Ну, давай-ка мы с тобой. Так, погоди, смотри, у нас здесь караечка есть, давай ее обменяем. Хан, ну давай на Хана найдем. Так уж и... А, не понял, погоди-ка. 14 пиццы нужно, елки-палки. Не хватает буквально единички. Хорошо, забираем реварды. Мы получили с вами 5 откатов. Кстати, хотел посмотреть, сколько у нас вообще стоят откаты. 10 штук, 250, да? То есть, блин, если бы у меня было 500, я бы смог купить 20 откатов. 20 откатов, это было бы, конечно, круто. Ну что, будем здесь пиццу? Или она... Ага, она у нас здесь собрана. Еще не откатилась. Так, поехали. Турнирная арена, в бой. Так, 55 уровень, да, ребята? Офигеть. Берем, конечно же, Леонардо. Будем сейчас с помощью его здесь все разруливать. Так, раз, два, три. И для подстраховки нам нужен еще кто-то. Еще. Кто же нам... Давай Ванюшу возьмем. Вот так вот. Попробуем. Главное, чтобы никто у нас здесь не упал. Если у меня будут бойцы падать, это будет очень плохо. Так, вертушка. Поехали.
Упс. Ну, неплохо. Так, куда ты лезешь? Я не понял, а? Куда ты лезешь? Иммунитет он вешает, да? А ну-ка, Ванечка, зажги. Не понял. Доня, ты не припухли, а? Родной мой, как ты выживаешь вообще? На! От кабана, как говорится, получил. Ну что же, пока первый бой у нас прошел замечательно. Дальше двигаемся. Сейчас посмотрим, кстати, на какую позицию мы с вами переместимся. Очень тяжело будет, ребята, такими темпами нам продвигаться. Так, ладно. Идем дальше. 52-53 уровень, да, у персонажей. Хорошо, нам нужно еще к этому всему оставить побольше, ребята, персонажей, которые будут действительно здесь нам полезны. Так, давай, наверное, вот так возьмем Стокмана. Опять же у нас будет, да, Леонардо и Стокман, это фавориты вот в данном бою. Поехали. Так, осталось трое. Ну что, ну можно вот так, в принципе, сделать. Давай попробуем. Так, Эйприл уничтожили. И, ну давай вот так вот маузеров вызывать механических. Все, отлично, здесь тоже мы выиграли, так что замечательно. Видите, в чем дело, что сейчас я своих персонажей всех, как говорится, использую. И дальше мне некого будет, ребята, подключать к бою. Блин, 73-я позиция, вообще двигаемся еле-еле. Вот вы сами заметили, да? Еле-еле у нас идет продвижение. Почему так, я не знаю. С чем это связано, тоже без понятия. Так, Леонардо. Ну, я не знаю, может быть... Ну, да, блин, паукса опасно брать, ребят, понимаете? Криса. Ну, ладно, возьмем Карайку, змею. И давай вот этих вот остальных. Все, в бой. Блин, я боюсь, нам чуть-чуть не хватит с вами пройти. Но, если что, мы с вами можем купить 10 откатов. У нас с вами как раз хватит на это денег. Давай начнем вертушку. Ну, неплохо, я вам скажу. Так, теперь давай крик. Оу, опять, как всегда, ребята, выживает и Лео, и Донни. Ну-ка, бомби. Отлично, здесь тоже выиграли. Блин, мне кажется, надо брать еще мельче, ребята, героев мне. Где-то 30-х уровней. Если мы хотим как-то пройти, попасть в Лигу Сёгунов 3 звезды. 62-я позиция, даже еще половину не прошли. Так, ну что, выбираем вот этих вот, наверное. Давай опять возьмем Леонардо. И я думаю, что надо взять еще, ребята, мельче. Вот этих героев. Это опасно, да, ребята, опасно. Ну а что ж поделаешь. И железную голову для прикрытия. Если по ним кто-нибудь ударит, все это хана, ребята. Они рассыпятся сразу же. Поэтому давай, наверное, начнем вот так с Лео. Поехали. Хотя надо было с Микеланджело начинать. Он же у нас... А, он упал. Так, тихо, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, вот этого я, ребята, и боялся. Да как же так, почему? Почему они входят первыми, блин? Почему у меня не ходит железная голова? Почему у меня... Вот Леонардо и железная голова, он же в разы их сильнее. В разы у него инициатива должна быть лучше. Блин, ну вот, ребята, считай попытку, я одну сплавил. По глупости. Какая? 57-я позиция, офигею просто. Ой, елки ты палки. Жесть, жесть, вот что я могу сказать. Герои все меньше и меньше. И я не знаю, ребят, ну вот как тут быть. 57 уровни. Давай возьму Зека. Если я возьму с вами 10 откатов, у меня будет ходить кто? Зек и Лео. В принципе, это неплохая комба. Она всегда, ребята, ходит первая. Абсолютно всегда. Ну, Лео, давай. Я думаю, что ты тут добьешь их всех. Нет? Это для меня какой-то, ребята... Нонсенс, просто-напросто, давай так. Шреддер, ну, не подведи меня. Да что такое, Ванюша, ты не припухли, а? Родной, падай давай уже. Стоит, да, как будто ни в чем не виноват, елки-палки. Ладно, здесь отлично, но одну попытку мы все-таки уже с вами сфейлили. Это фигово. Так, какая у нас позиция? 48-я, еле двигаемся. Ну, вот серьезно вам говорю, еле-еле мы, ребят, с вами двигаемся. Это очень хреновенько. Так, придется мне, наверное, все-таки... купить 10 откатов. Придется, ребята. Конечно, хотелось бы 70, но не получится. Вот здесь бы еще маленечко, да, добавить, и все было бы чики-пуки.
Так, погоди-ка, мы можем с вами заработать? Ага, можем заработать. Это еще под большим-большим, ребят, вопросом. Ох ты, здесь у нас уже все обновилось. Я думал, сейчас мы с вами срок потратим. Ага, потратил. Аж два раза. Елки ты палки. Да. Не зашло. Ну ладно, будем так тогда продолжать. Другого варианта пока нету. Так, поехали в бой. Совсем чуть-чуть, ребята, осталось. У нас 52-й, 55-й уровни. Вот здесь вот в данный момент. Так, давай, Лео, возвращайся. Можно также взять нам зэка и возьмем. Блин, очень сильно рискую. Рискую очень сильно, ребят. Раз, два, три. Вот так вот мы с вами сделаем. Ну, это комба беспроигрышная, потому что зэк и Лео, они в любом случае будут ходить первым-вторым. Потому что это вот так вот делается. Хоп, бросается. Потом Леонардо делает свою вертушку. Но тут опять кто-нибудь да выживет. На этот раз Стокман, да? Ну-ка, пробьем. Пробили, отлично. Ладно, хорошо, сейчас какая позиция, наверное, 30 там фиг знает какая, да? 39-я, наверное. 36-я, блин. Ай-яй-яй. 21-й. Так, вот этого надо, ребята, попробовать завалить. Давай, Лео, давай, зэк. Героев все меньше, меньше и меньше, ребята, у меня, так что... Большущий-большущий вопрос здесь встает. Сможем ли? Так, ладно, приступаем. Зэк бросает. Лео прикрывает. Может быть, даже добивает. Главное, морозильную кошку сейчас уничтожить. Вот, прекрасно получилось. Ну, карайка здесь вряд ли что сделает. А вот тигр вполне добьет. Отлично. Давай посмотрим, сколько. У нас 36-я, да, была позиция? Сейчас где-то будет, наверное, 25-я. Наверняка так будет. Давай проверим мою теорию. 27-я. Да чтоб тебе, а! У меня откатов все меньше, меньше и меньше, ребята. Ну что, придется вот этих тогда разбирать. Разбирать! Ой-ой-ой-ой. Смотри, у меня персонажи это все меньше и меньше и меньше. Хе! Блин! Горел, я не знаю. Наверное, зря я взял сюда к севера. Ой, зря. Ой, сейчас я пожалею об этом, ребята. Ой, пожалею я. Сейчас стопудово его кто-нибудь бомбанет. Вот кто выживет, тот, наверное, и бомбанет. Ты смотри, я как в воду глядел. Блин, да что ты будешь делать? Да как они так делают, а? Вот хмыри, я не понимаю этого. Стоит взять какого-то сопляжуя, все, и они сразу начинают ходить. Вот упыри, а. Блин, ребят, ну, вторая попытка сфейлилась. 18-я позиция, ёпарасте, 18-я. Нам нужно что, ну как минимум, ребята, боя 3 провести, чтобы, ну, более-менее укрепиться. Опять же, не факт, что мы там задержимся с вами. Ну давай вот с этим подеремся. Не могу, мне же прям до кондрашки, ребята, до кондрашки все это. Давай, зэк, вставай, вставай, воскрешайся. Кого? Я вот не знаю, ребята, у меня уже персонажей просто не осталось. Понимаешь? Просто не осталось персонажей. Так, Рокзара, что ли, взять? Попробовать на провокацию взять. Если успеем. Да, опять же. 3 часа. У меня не хватит, ребята, времени даже откатиться, чтобы до следующего боя. Вот в чем проблема. Давай сделаем так. Надеюсь, эти массовые удары никакие применять не будут. Слушай, скорее всего, ничего они применять не будут. Зачем я так сделал? Надо было паутинку бросать. Хотя ладно, пускай этот в инвиз уходит, мы его все равно, ребята, видим. Никуда он от нас не денется. Так, ладно. Если я даже и попаду, ребята, в трехзвездочную лигу, то буквально где-то на 95-99 позицию. Ну, какое? 9 место. Блин, ребята, еще один бой нужно сделать. Еще один бой. Но это только я попаду, а там же еще нужно удержаться. Давай возьмем вот этого. Так, Лео, возвращайся. Возвращайся. Так, придется, наверное, еще Рокзара вернуть. Ой, фигня. Фигня получается полнейшая, ребята. Полнейшая. Черт, подери. Почему такое невезение, а?
Ну-ка. Давай попробуем. Да ну, хорош. Будет мне здесь еще свои лапы распускать, Сплинтер. Отвянь. Ну, упадите все. Вот тут прикольно получилось. Ну что, спорим, ребята, мы с вами пойдем, конечно, в Сёгуны. Но позиция будет 90-е какие-то места. 96-е место. Блин, ребят, ну это несерьезно. И, как говорится, у меня закончились все мои попытки. У меня вот только есть Рафаэль этот. Ну, не попаду. Да и фиг с ним, елки-палки. Не корову проигрываем. Тем более здесь у нас... А, у нас здесь Микеланджело разыгрывается. По-моему, которого у меня даже и нету. Но в любом случае я постарался, я зашел, ребята. Я дошел. 96-я позиция. Лига Сёгунов. 3 звезды. Можно, в принципе, попробовать как-то еще сыграть. Это знаете кем? Сейчас я заберу тут. Ну, давай предположим, ну, вот этих вот. Возьмем Рафаэля, возьмем Криса, возьмем... Что такое? А, у меня вообще не осталось откатов. Тогда грусть. Грусть, печаль. Так, тут у них массовые атаки будут. Тогда даже и смысла нету здесь, ребята, кого-то брать. 62 уровни. Практически как у меня. У меня 70-е. Блин, ну нету смысла, ребята, брать. Мне кажется, нету. Сколько у них? Через 3 часа 54 минуты будет откат. Это вот у слабеньких. У этих через 4 часа. Да, ладно, ребятули. Будем заканчивать. Не получится, меня, конечно же, сбросят. Времени еще 2 часа 32 минуты. Покупать я не хочу доллары эти. Не хватило буквально мне чуть-чуть. Сами видите, где-то 50-60 бакинских. Так что, наверное, будем закругляться и уже увидимся, как говорится, на следующей новой лиге, на следующей серии Черепашек-ниндзя. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.